Всем здравствуйте, меня зовут Миллер Андрей Витальевич, мне 32 года. Я долгое сознательное время занимался футболом с 5 лет, и где-то до 25, до 28, ну и дальше продолжаю сейчас в этом же духе. У меня была травма лет 5 назад, подвернул ногу и выбыл с турнира на полгода или больше даже. Мне не помогали ни мази, ни покой, ни время, ни море. Ничего, ни покой, ни мази, ни уколы, ни море. Я на море ездил специально, чтобы залечило, ничего не помогло. Вот. Ну, она отходила, можно было играть, но всегда сказывалось. Это на уровне стопы. Было все. И в компанию появился новый продукт в этом году. Это коллаген Тиньши с вкусом личи. Я всего съел пачку, в пачке 15 штучек. То есть в день по одной. Ну, вроде как попробую для себя, что это из себя представляет. Но получился такой эффект, что в это время я и другие БАДы не ел. Так вот сложилось. И самое интересное, что за эти применения у меня нога прошла полностью. То есть и эффект растяжения, какой-то ушибов, боли резкой при ударе по мячу, все исчезло. Хожу, и даже был такой момент, что мне на игре в ногу прилетел другая нога, был удар по ноге, и меня унесли за поле. То есть это было так сильно. Но буквально спустя минуты три все восстановилось. То есть эластичность была в ноге, в мышце такая, что это скомпоновалось, твердость появилась, и нога отошла. Хотя и в другие время я бы уже слег и дальше бы ходил с этой травмой, как и раньше. Да, спасибо. Еще интересный такой момент, что у этого коллагена есть побочный эффект. Это разгладились у меня немного морщины на лбу. Они были ярко выражены, несколько полос, и между нос, здесь между бровей, да, они были очень глубокие. Сейчас после такого применения уже стало попроще, да, смотреться, кажется, что они постоянно уходят. Ну, осталось теперь дождаться еще и следующих партий, потому что его все разбирают, не успевает даже я заказать себе. Вот жду, чтобы дальше продолжить этот эффект. Всем пока, мы пошли играть в футбол.